Наташа Королева и Сергей Глушко больше не живут вместе. Как стало известно, певица с сыном Архипом проживают в подмосковном коттедже. А вот Тарзан там уже давно не появлялся. Известный артист с недавних пор стал фитнес-тренером и полностью погрузился в свою работу. По слухам, причиной разрыва стали постоянные измены Сергея. Как пишет пресса, одна из состоятельных любовниц Тарзана даже презентовала ему автомобиль. Якобы повлияла на мнительную Наташу съемка очередной битвы экстрасенсов, которая проходила в квартире Глушко и Королевой. Ясновидящие в один голос заявили, что хозяин жилища – крупный мужчина атлетической внешности, в котором все узнали Тарзана. Но вот хозяйка дома, по мнению экстрасенсов, это молодая блондинка. Очевидцы рассказывают, что Королева даже уточняла у ясновидящих относительно интимных отношений мужчины атлетической внешности и блондинки. Напомним, Королева и Глушко поженились 21 августа 2003 года. Еще раньше, в феврале 2002, у пары родился сын Архип.